Какие самые неприятные вещи родители говорили своим детям в общественных местах? В старших классах я встречался с девушкой, которую удочерили. Однажды мы пошли в торговый центр с ней и ее матерью. Они начали ссориться, и ее мать выкрикнула: «Теперь ясно, почему от тебя отказались!» Худшее, что я когда-либо слышал. В продуктовом магазине мать очень разозлилась на своего ребенка 7-8 лет и заорала: «Вот почему твоя собака убежала! Она тебя терпеть не могла!» Боже, тетя, остынь! Я стояла у автобусной остановки и ждала подругу, прислонившись к телефонному столбу. На остановке сидела женщина с маленькой девочкой. Подъехала машина, женщина встала, взглянула на девочку и сказала: «Если я не вернусь через час, позвони бабушке и скажи, что я велела вам убираться из этого города с глаз долой». Затем она села в машину и уехала. Я помогал отцу ремонтировать одну из его квартир, которая сдавалась в аренду. Засорился туалет, и мы обнаружили, что он забит кучей фигурок. Папа спросил у ребенка квартирантки, не он ли бросил их в унитаз. На удивление, он сразу же признался и извинился. Квартирантка тут же схватила ребенка за руку, потащила в другую комнату и начала отчитывать. Нам было все слышно, она наверняка знала. «Не смей никогда подставлять ни себя, ни своих! Если кто-то спросит, ты ли это сделал, отвечай «нет». Ты меня понял?» В начальной школе, где работала моя мама, была одна мамаша, которая всегда плохо обращалась со своим сыном. Лупила по пустякам, сравнивала с братьями и сестрами, заставляла ходить в школу под дождем. Моя мама вспоминала, что редко видела этого ребенка счастливым. Однажды днем мамаша забирала ребенка из школы и, как обычно, кричала на него. Сквозь слезы он спросил, почему ему нельзя просто уйти жить к папе. «Тебе же не придется меня больше видеть! Почему я не могу остаться с папой?» Она ответила: «Потому что твой отец сильно хочет тебя забрать!» Хлопнула дверью машины и уехала. До сих пор не понимаю, как ребенка не отобрали органы опеки. Речь не об общественном месте, но все же. Когда я учился в школе, зашел в гости к лучшему другу. Он поссорился с мамой, и она так разозлилась, что выдала: «Честное слово, мне нахрен не сдалось все это терпеть. Если бы не перепихон после развода, то и не пришлось бы». Что означало, что он был зачат уже после того, как его родители развелись. Я сидел молча, не зная, куда себя деть. Мать ушла, а друг заржал, будто над очень смешной шуткой. Потом с гордостью, широко ухмыляясь, рассказывал рандомным людям, что появился на свет благодаря перепихону после развода. Как раз сегодня был свидетелем подобного. Отец сказал своему 5-летнему ребенку: «Держи поводок, иначе я тебя им придушу». У них была молодая собака, похожая на немецкую овчарку. Соседи, живущие через дорогу, не были женаты, но очень давно сожительствовали. У мужчины был сын от предыдущих отношений, который уже вырос и жил самостоятельно. Из общих детей у пары родились дочь и сын. Дочь была ровесницей моего младшего брата, а сын был на 4 года младше. Мы жили в сельской местности, поэтому часто общались друг с другом. Однажды мы вместе играли на улице. Их дочь была в шортах. Ничего специфичного, хорошо сидели и все такое. У ее отца были проблемы с алкоголем, и он пьяный, выперся на улицу и ляп. «Наверняка тебе нравится, как эти шорты трутся о твою киску». Затем он схватил ее, стащил с машины, на которой она сидела, и со всего маху задрал шорты. Ей тогда было всего 11 или 12. До сих пор вспоминаю. К счастью, ее мать в конце концов ушла от этого мудака. Когда мы стояли в очереди за мороженым, я заметил на земле $20. Спросил, не обронил ли кто. Женщина средних лет и девочка-подросток, видимо, ее дочь, обратили внимание. Мать подтолкнула дочь и сказала: «Наверное, твои». Дочь даже глаз не отвела от своего мороженого. «Не, не мои». Мать настаивала: «Ты уверена? А я думаю, что твои». И так по новой. Очевидно, что деньги не ее, но мать все равно хотела, чтобы дочь их взяла. В конце концов, девочка все же сдалась и сказала, что это ее деньги. Взять $20, ну ладно, подумаешь. А вот настаивать на том, чтобы дочь поступила нечестно, при этом явно не желая врать, это низко. Отец сказал дочери, что она вырастет как и ее мать. Девочке было не больше 11. Месяц назад мы с парнем ездили в Disney World во Флориде. Обедая в тихом уединенном уголке, мы увидели, как отец подтащил свою 8-летнюю дочь к соседнему столику и прошипел: «Ты не заслуживаешь здесь быть, неблагодарная с***». Вскоре к ним присоединились остальные члены семьи с подносами еды. Отец достал из сумочки мамы завернутый в фольгу сэндвич и кинул его дочери, пока сами они и еще двое детей ели гамбургеры и картошку фри из кафе. Как же мерзко стало, даже плакать захотелось.
В прошлом году мы с женихом пошли в ресторан, и нас посадили рядом с одной очень странной на вид семьей. Было многолюдно, столы стояли вплотную, так что мы слышали все их разговоры. Дочери было около 13 лет, и она не выпускала из рук мягкую игрушку. Мать не позволила дочери заказать то, что она хотела, и начала стыдить ее. Худенькую девочку в пубертате. Твердила ей, какие отвратительные и толстые у нее бедра. Сама мать, кстати, явно страдала ожирением. В итоге девочке пришлось делить салат с папой, а перед ее старшим братом стояли аж 3 тарелки с едой. Слышала, как одна из моих давних соседок пригрозила сыну. «Если будешь плакать как сучка, я одену тебя в платье. Хочешь ходить в платье как девчонка? Нет? Тогда заткнись!» Тогда я была в саду со своей 6-летней дочерью. Она удивленно спросила, почему соседка так разговаривает со своими детьми. Я и не знала, что ответить. Я работала в детском саду, и к нам водили ребенка возрастом около 3 лет, который пока не хотел говорить, да и особо не умел. Дома он произносил по паре 3 слов, а в садике только-только издавал звуки и жестикулировал. Тем не менее, он делал успехи, и по просьбе матери мы обратились за помощью к врачу. В то время среди более старших детей было популярно ходить друг к другу в гости после садика. Тот ребенок тоже очень хотел, но его мать возразила. «Когда начнешь разговаривать со своими друзьями, тогда и будешь к ним ходить». Неудивительно, что весь наш с ним прогресс пошел на смарку, и он еще больше замкнулся в себе. Я просто не могла поверить в услышанное. Эта женщина была так недовольна, что ее сын не разговаривает, ворчала изо дня в день, что мы должны ей помочь, а сама буквально растоптала все наши достижения. Слов не было. Мы с девушкой целый день смотрели на китов, а после заехали поужинать. Сидели у окна, она залипала на дождь. По тротуару шла бездомная женщина с тележкой, заваленной вещами. На ней был топик и шорты, но это Калифорния, тут не особо холодно. Когда она проходила мимо, тележка наехала на что-то и чуть не опрокинулась. Женщина попыталась удержать тележку в вертикальном положении. Упали только свернутые одеяла и пара шмоток. Она хотела поднять их, но под дождем это было не так просто. Я услышал смех и, повернувшись, увидел семью. Маму и папу с 2 детьми, мальчиком и девочкой лет 12 и 9. Они высмеивали бедную женщину. Отец показал на нее и что-то ляпнул, отчего все покатились со смеху. Потом дочь еще что-то добавила. Я не мог толком расслышать их насмешки, но очевидно, родители учили своих детей смотреть на менее удачливых людей свысока и измываться над ними. Буквально 2 назад мы с сестрой заходили в магазин Target, и перед нами шла большая семья, где-то 5 детей. Один из маленьких мальчиков радостно прыгал, а другой примерно его ровесник. Скуксился и выглядел грустным. И тут, блин, мамаша смотрит на счастливого ребенка и говорит: «Бери любой лего, какой хочешь». Потом поворачивается к грустному: «А ты ничего не получишь, потому что ты неверующий». Недалеко от места, где я раньше жил, есть лапшичная. Это, по сути, ларек, который владельцам приходится каждое утро собирать с нуля. Прям в духе бедных стран, да. В общем, мы с соседями по комнате ужинали, когда услышали, как хозяйка лапшичной что-то говорит своей 2-летней дочери, обсасывающей горлышко бутылки от газировки. Что-то вроде: «Сейчас самое время научиться делать так ртом. Ты будешь часто заниматься этим, когда вырастешь». Мы аж дар речи потеряли. Я работала на кассе в местной пиццерии, и примерно раз в пару недель к нам приходила семья с ребенком с синдромом Дауна. Самый милый ребенок на свете. Не знаю, сколько ей было лет, явно не старшеклассница. Но она всегда давала мне 5 после того, как сделала заказ. Половину салата с курицей. Она никогда не брала пиццу, только салат. Однажды девочка захотела то ли побольше курицы, то ли целый салат вместо половины, не помню. После того, как ее мать начала заказывать для остальных, ребенок попытался сказать мне еще что-то. Я понимаю, что сложно заказывать еду на всю семью, когда дети пытаются тебя перекричать. Но я никогда не забуду, что сказала мать. «Иди сядь, дай мне поговорить с полноценными людьми». Это случилось года 3-4 назад, когда я работала в магазине одежды. Ко мне подошла женщина с маленьким сыном, ему было не больше 4. По его слезливому покрасневшему личику было видно, что он расстроен и напуган. Мать потребовала: «Дай сюда!» Он замешкался, начал плакать, но протянул мне в кулачке пакетик с запасной пуговицей от рубашки. Я сразу же попыталась его утешить, но стоило мне произнести: «Все в порядке, малыш». Его мать начала на меня наезжать. «Нет, не в порядке!» – злобно заявила она. «Ее сын не вырастет вором. Я должна была сказать, что вызову полицию и его посадят в тюрьму». Я отказалась. Женщина закатила скандал, ребенок от страха впал в истерику, так как она явно угрожала ему тюрьмой до моего вмешательства. Я была в ужасе и сказала, что не собираюсь травмировать ее ребенка и что ей нужно успокоиться. Тогда она схватила всхлипывающего малыша и ушла.
Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наши похожие видео, которые вы видите на экране. Удачи и до завтра!